Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную летнюю шляпку. Данная шляпа у меня связана на обхват головы 57 сантиметров. Видео же мы будем с вами вязать на обхват 55 сантиметров. Если захотите увеличить размер в обхвате головы, то можете делать на ряд больше прибавления, чем мы остановимся в видео. Также, как вы видите, у меня комбинированный цвет шляпки. Это основной цвет белый, которого ушло 50 грамм ровно. И второй дополнительный цвет, который я взяла, это использовала остаточки пряжи, которые остались у меня с вязания предыдущей панамки бежевого цвета. Также, так как я использовала остаточки пряжи, то у меня поля получились не слишком широкие. Можете их расширить, в видео я покажу как и насколько, скажем, можно их увеличить, чтобы это смотрелось гармонично. Данная шляпа у меня уже подкрахмаленная, я брала на 1 литр воды, около 1 столовой, можно чуть-чуть больше взять. Столовой ложки крахмала. Вот. Вы также можете вязать в последний ряд обвязки полей ригелин, тогда у вас края шляпы будут ровнее ложиться, более глаже и плавный переход. У меня они просто подкрахмалены, я ригелин не использовала. Я обвязывала просто двумя рядами столбиков без накида. Вот, конечно же, кому понравилось, обязательно лайкайте. Приступаем к вязанию. Вязала я пряжей фирмы Yarn Art, серия называется Бегония, 169 метров в 50 граммах. Вот, и ушло у меня 75 грамм на размер 55-57 в обхвате головы. Также не забывайте под видео нажимать колокольчик для получения оповещения новых видео, вышедших на моем канале. И не забудьте ставить лайки. Берем рабочую ниточку и делаем начальную петелечку. Закрепляем ее и теперь набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее в первую петельку делаем соединительный столбик. У нас получилось вот такое колечко из 3 воздушных петелек. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема. И в дальнейшем эти 3 воздушные петли мы будем делать в начале каждого ряда. Они нам будут заменять первый столбик с накидом. И делаем в колечко, в центр между 3 воздушными петельками сюда, еще 11 столбиков с накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 и последний 11 столбик с накидом. В третью воздушную петлю подъема делаем соединительный столбик. И всего по кругу при вязании первого ряда у нас сейчас 12 столбиков с накидом. Далее поднимаемся на 3 воздушные петли подъема. Делаем накид и в петлю основания цепочки воздушных петель делаем 1 столбик с одним накидом. То есть в первую петельку у нас сделано 2 столбика с одним накидом вместе с 3 воздушными петлями подъема, замещающие нам первый столбик. Далее в каждую последующую петлю делаем по прибавлению, то есть вяжем по 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Первый столбик сюда же второй, далее в третью петельку первый столбик сюда же второй. И в конце второго ряда мы удваиваем количество столбиков в 2 раза. То есть получается при вязании второго ряда по кругу у нас получится 24 столбика с накидом. В конце ряда отсчитываем третью петельку подъема и в нее делаем соединительный столбик. Далее поднимаемся на 3 воздушные петли подъема, замещающие нам первый столбик. Далее делаем одну дополнительную воздушную петлю. И делая накид, в следующую петельку делаем столбик с одним накидом и воздушная петля. Снова следующую петельку столбик с накидом, воздушная петля. Следующую петельку столбик с накидом, воздушная петля. Столбик с накидом, воздушная петля. То есть в третьем ряду мы в каждую петельку делаем по одному столбику с накидом и между столбиками делаем по одной воздушной петельке. Вот так чередуем до конца ряда. Столбик с накидом, воздушная петля. В конце третьего ряда в третью петлю подъема делаем соединительный столбик. И далее делаем соединительный столбик под первую воздушную петельку. Вот так. То есть мы перешли под ближайшую воздушную петельку, будем называть их арочки. То есть у нас идет столбик-арочка, столбик-арочка. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема, накид. И под эту же арочку вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Первый столбик, далее
далее сюда же второй столбик. И у нас получилось, что под воздушную петлю предыдущего ряда, так называемую арочку, мы связали 3 столбика с одним накидом. Далее делаем накид и переходим под следующую арочку. И под нее вяжем также 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, второй столбик и третий столбик сюда же. Далее накид, переходим под следующую арочку. И так под каждую арочку в этом ряду мы вяжем по 3 столбика с одним накидом. В конце четвертого ряда в третью воздушную петельку подъема делаем соединительный столбик. Теперь в начале пятого ряда поднимаемся на 3 воздушные петли и дополнительно делаем еще одну воздушную четвертую петельку. Далее снизу пропускаем 1 столбик или 1 петельку и через одну вяжем столбик с одним накидом и воздушная петля. Снова делаем накид через петельку снизу в третью петлю. Делаем столбик с накидом, воздушная петля. Снова накид, через одну петлю делаем столбик с накидом, одна воздушная петля. Вот так будем чередовать до конца этого ряда. Столбик с накидом, воздушная петля. Через петельку снизу делаем снова столбик с накидом, воздушная петля. Для того, чтобы не увеличивалось количество столбиков, мы пропускаем один столбик снизу, который замещаем воздушной петелькой между столбиками. В конце пятого ряда у нас должна остаться одна воздушная петля и сделали после столбика воздушную петельку сверху. Теперь в третью воздушную петлю подъема в начале ряда мы делаем соединительный столбик. И далее переходим под арочку также соединительным столбиком. Теперь под воздушной петелькой вот здесь вот мы оказались и делаем 3 воздушные петли подъема, которые нам заменят первый столбик. Далее делаем накид и еще под эту же арочку делаем 2 столбика с одним накидом. Далее переходим под следующую арочку, делаем накид и под нее вяжем 2 столбика с одним накидом. То есть у нас получается, что мы под первую арочку связали 3 столбика. Под вторую арочку связали 2 столбика. И так будем чередовать. В третью петельку вяжем 3 столбика с накидом. В четвертую 2 столбика с накидом. Вот так 3, 2, 3, 2, 3, 2 будем чередовать до конца шестого ряда. По чередованию прибавлений ряд у нас должен закончиться 2 столбиками с накидом под последнюю арочку. Далее в третью воздушную петлю подъема делаем соединительный столбик. И замыкаем вязание снова в круг. Далее в седьмом ряду мы снова точно так же поднимаемся на 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3 и плюс 1 воздушная дополнительная петля, это арочка для следующего ряда провязывания. Далее делаем накид, пропускаем 1 петельку и в третью петлю от крючка делаем 1 столбик с накидом и воздушная петля. Снова накид, через петельку снизу 1 столбик с накидом, воздушная петля. Снова через столбик снизу делаем 1 столбик с накидом, воздушная петля. То есть мы, получается, заменили 3 воздушные петли, сделали столбик, первую воздушная петля, далее через петельку снова столбик, воздушная петля, через петельку снизу столбик, воздушная петля. И снова не увеличиваем количество столбиков в этом ряду, благодаря тому, что пропускаем воздушные петли снизу, делаем их сверху. И так у нас будет продолжаться, повторяться ряд филейной вязки, то есть вот такой вот ряд чередования столбиков с воздушными петлями, ряд с дырочками условными, арочками. Далее в следующем ряду эти арочки мы будем выравнивать столбиками с накидом, делая постепенное прибавление для донышка. Далее снова ряд филейной вязки, то есть столбики с воздушными петлями, ряд столбики с накидом прибавления. Ряд филейной вязки, снова мы вот сейчас делаем седьмой ряд, это ряд столбиков с воздушными петлями, а следующий ряд мы будем выравнивать столбиками с накидом. Замыкаем круг после того, как сделали столбик, воздушная петля, снизу пропускаем столбик, соединительный столбик в третью воздушную петлю. И далее сразу же переходим под арочку соединительным столбиком и набираем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Далее делаем в эту же арочку еще 2 столбика с одним накидом. Один столбик и второй столбик сюда же. Далее под следующую арочку делаем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик. И еще раз первый столбик под следующую арочку и второй столбик. То есть мы вот этот раппорт будем повторять от начала до конца ряда. Первую арочку вяжем 3 столбика, 3 воздушные петли, еще 2 столбика. Во вторую арочку 2 столбика и в третью арочку 2 столбика. Теперь снова повторяем под следующую арочку, четвертую по счету, 3 столбика вяжем. Первый, второй, третий.
и далее два раза по два столбика с накидом. Первый раз один столбик, второй столбик сюда же, и второй столбик, один столбик и второй столбик сюда же. Теперь снова чередуем 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2 и так до конца этого ряда. Завершаем ряд последним рапортом 3, 2, 2 и в третью петлю подъема делаем соединительный столбик. Далее поднимаемся на 3 воздушные петли плюс 1 петля арочка. Далее делаем накид через 1 петлю от крючка, делаем столбик с накидом, воздушная петля. Через 1 петлю снизу делаем столбик, воздушная петля. Через 1 петлю снизу столбик, воздушная петля. То есть это ряд пилеечки. И продолжаем вот так вот до конца этого ряда. Довязав 9 ряд, повторите еще 2 раза 8 и 9 ряд. То есть довязав 8 и 9 ряд, затем 10 и 11 вяжем как 8 и 9, 12 и 13 вяжем как 8 и 9. То есть получается, смотрите, в 8 мы с вами сделали столбики с накидом, чередуя 3, 2, 2. Затем в 9 ряду мы с вами провязали филейную вязку. Затем 10, 3, 2, 2. 11 филейная вязка. 12, 3, 2, 2. И 13 филейная вязка. И смотрите, если вы сейчас приложите сантиметр, и если у нас плотности вязания совпадают, то у вас должно получиться сейчас донышко, если вы вяжете на такой же размер, как и я, 18 сантиметров. Как я поняла, что мне достаточно сейчас расширения, получив 18 сантиметров. Первый вариант — это, конечно же, примерить на голову. То есть это самый идеальный вариант. Тут вы точно не ошибетесь и будет все отлично. Второй вариант, который чаще всего рекомендуют вязальщицы, это берем окружность головы, допустим, 55 сантиметров, делим на число π, равное 3. 3,14. Мы получаем 17 с чем-то там, но приближенное к 18. Так как у меня сейчас, как вы видите, донышко такое вот приподнятое, то есть полукруглое, я бы сказала, то оно у меня должно равняться где-то 18 целым, потому что вот это приподнятое донышко, скажем так, тоже должно... В общем, вот эти вот буквально там доли сантиметров, они у нас должны округлить до целого. То есть 18 сантиметров, все, я останавливаюсь увеличивать свое донышко. Вот, и теперь приступаю к вязанию без прибавления. Как мы будем вязать без прибавления? Смотрите, связав филейный ряд, я сейчас нахожусь, сейчас я вам посчитаю на каком ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Как я и говорила, да, на 13 ряду, я уже забыла. Вот, мы приступаем к вязанию без прибавления, то есть мы под каждую воздушную петлю должны вязать всего лишь 2 столбика с накидом. То есть не делать 3, 2, 2, а постоянно вязать вот эти промежуточные без прибавления по 2 столбика с накидом под каждую арочку. В следующем ряду мы так и продолжаем вязать столбик, воздушная петля, пропускаем снизу столбик и вяжем снова столбик, воздушная петля. То есть у нас раппорт узора филейной вязки составляет 2 петли, столбик и воздушная петля. Снизу мы пропускаем ее. Точно так же и в следующем ряду мы должны восполнить вот эти петли без прибавления, то есть вязать над столбиком столбик и над воздушной петлей столбик. Но для того, чтобы не вязать прям над, то я просто под арочку буду вязать по 2 столбика вот так вот с накидом, чередуя с филейной вязкой. То есть сейчас мы берем, делаем соединительный столбик под третью петлю, замыкаем круг филейной вязки и затем делаем сразу же соединительный столбик под арочку, 3 воздушные петли, заменяющие нам первый столбик с накидом, и сюда же довязываем второй столбик. Далее под следующую арочку первый столбик с накидом и сюда же второй. Под следующую арочку первый столбик с накидом и сюда же второй. И вот так далее. То есть я должна буду провязать, чередуя столбики, ряд вот так вот по 2 столбика под арочку. И в следующем ряду филейной вязкой я делаю эти же арочки для следующего ряда столбиков. Вот так мы должны связать глубину шапочки до тех пор, пока мы не будем вывязывать поля. Закончила я вязание на конце 27 ряда. Это у нас филейная вязочка по чередованию. И делаю соединительный столбик в третью петлю подъема уже ниточкой бежевого цвета.
Все, теперь смотрите, мы замкнули вязание 27 ряда, 28 ряд это первый ряд вязания полей. Поэтому я делаю с перехода соединительного столбика начало ряда и 3 воздушные петли подъема. Далее под эту же воздушную петлю первую я делаю еще 2 столбика с одним накидом. То есть, как вы видите, под первую арочку уже пошло первое прибавление. Далее 2 следующие арочки мы вяжем по 2 столбика с одним накидом. Первый столбик, второй. И под следующую арочку первый столбик, сюда же второй. У нас получилось, что мы провязали прибавление и 2 арочки по 2 столбика с накидом. Далее в четвертую петельку мы повторяем. Вяжем 3 столбика с накидом, то есть прибавление. И далее 2 последующие арочки вяжем по 2 столбика с одним накидом. Первый столбик, второй. И под следующую арочку первый столбик, сюда же второй. Вот так вот чередуем до конца ряда. 3, 2, 2, 3, 2, 2, как мы делали с вами для расширения донышка при переходе на вывязывание высоты шляпки. Довязали ряд до конца и в третью воздушную петлю подъема делаем соединительный столбик. Второй ряд поднимаемся на 3 воздушные петли, которые нам заменят первый столбик, и делаем одну воздушную петлю для арочки в следующем ряду. Пропускаем одну петельку и через одну петлю делаем столбик с одним накидом и делаем воздушную петлю. Снизу пропускаем одну петельку, в третью петлю делаем столбик и воздушная петля. Снизу пропускаем петельку и вяжем столбик, воздушная петля. Вот так столбик, воздушная петля чередуем через одну петельку снизу, столбик предыдущего ряда. И вот так вот вяжем ряд нашей филейной вязки. Довязав до конца второй ряд, мы продолжаем вязать с первого ряда начиная. То есть первый и второй ряд это все последующие ряды до ширины расширения полей. То есть насколько вы хотите сделать их широкими, настолько и делайте расширение. Единственное, что я хочу порекомендовать два способа, как закончить данное вязание. Так как у меня использовались второго цвета остаточки, то у меня хватило, как вы видите, буквально на 7 рядочков. То есть я чередовала первый и второй ряд. Один раз, получается, мы с вами связали. Далее я самостоятельно второй и третий раз связала. И четвертый я, получается, только связала первый ряд, то есть половинку раппорта. Вот, у меня получилось 7 рядочков. И сейчас 8 ряд я якобы должна была бы вязать филейную вязку. Можно связать 8 ряд филейной вязкой, то есть столбик, воздушная петля. Затем в следующем ряду учетном, не чередуя 3, 2, 2 столбика, а просто провяжите над столбиком столбик, над воздушной петлей столбик. Тем самым уравняете количество петелек, провязанных филейной вязки. И затем обвязываем рядом столбиков без накида, либо с регелином, либо просто без. Либо второй способ, как у меня уже заканчивается ниточка. Я связала 7 рядочков, чередуя первый и второй ряд. Вот так вот получается 3 раза с половиной раппорта у меня поместилось. И теперь я буду обвязывать сразу же 2 рядами столбиков без накида. То есть я сделала прибавление в 7 ряду, как делала в первом ряду. И затем 8 и 9 ряд я просто провязываю столбики без накида. Делаю одну воздушную петлю подъема. И далее, начиная со следующей петельки, обвязываю столбиками без накида первый ряд. И если хотите, чтобы края более стали стоячими, такими вот равномерными, округленными, то во второй ряд столбиков без накида ввязываем регелин. Количество столбиков не увеличиваем и не уменьшаем. Просто в каждую петельку предыдущего связанного ряда вяжем по ряду столбиков без накида. Либо же первый вариант используете, это довязываете четный ряд филейной вязки, затем нечетный ряд вяжете, просто уравниваете количество столбиков и обвязываете ряд столбиками без накида. Либо вот этот второй вариант. Я буду обвязывать вторым вариантом. В конце ряда делаем соединительный столбик в петлю подъема. И если будете делать второй ряд столбиков без накида, то обязательно поднимаемся на одну воздушную петлю подъема. Столбик основания делаем столбик без накида. И все, теперь продолжаем обвязывать еще такой же делать второй ряд. Сделав последний столбик в конце ряда, мы отрезаем ниточку, оставляем небольшой хвостик. У меня как раз ниточка совсем уже закончилась. Вдеваем этот хвостик в иголочку. Далее находим воздушную петлю подъема. Продеваем сквозь нее с внешней стороны вот так вот ниточку рабочую. И возвращаем в центр петли, из которой она вышла. Вот так. Тем самым мы замкнули круг. Посмотрите, он получился без перепадов.
каких-либо изъянов. И с задней стороны мы теперь берем в самую плотную часть провязанного ряда столбиков без накида, хоть в первый ряд, хоть во второй ряд, как хотите, продеваем вот так вот иголочку сквозь столбики без накида. Еще раз продеваем вот так вот, хорошо поправляем ниточку. Теперь захватываем еще за какую-нибудь ниточку с этой стороны и как бы возвращаем тем самым путем, которым и пришли. Хотите, можете где-то с краю, хотите, можете дальше продеть. Ну, то есть это уже, скажем так, вы смотрите, максимально плотная ваша сторона или часть поля. Вот так вот. И еще раз распрямите, можете чуть дальше пустить. Всю ниточку обрезаем, фиксированная она уже. Никуда она уже от вас не денется и краешек не распустит. Вот он у нас получается край, красивый и аккуратный. Если где-то здесь делали присоединение ниточек, вот как я меняла цвет, эти ниточки уже я зафиксировала. Мне осталось их только немножечко продеть еще по ходу столбиков вязаных, для того, чтобы максимально спрятать вот эти хвостики. Затем я их отрежу, как и этот хвостик, и все, наша шляпка готова. Нам остается лишь только ее подкрахмалить, для того, чтобы она имела красивый вид. Если вы хотите, можете оставить и так, немножечко прогладив, для того, чтобы она имела более такой аккуратный эстетический вид. Вот, и все, в принципе, готово. Я же буду ее крахмалить где-то на одну столовую ложку, а то и полторы в литре воды. Вот. И она у меня будет более такая упругая, стойкая. Вот, точно так же, если у вас нет манекена, я всегда рекомендую надувать шарик в диаметр головы. Такой вот побольше, можно даже больше, чем диаметр головы, для того, чтобы шляпка села не впритык плотно к голове, а немножечко была такая вот свободная и нигде ничего не давила. Делайте не плотный, то есть мягкий крахмал, для того, чтобы она была более мягче и более, скажем так, на голове носилась удобнее. Я надеюсь, что у вас все получилось, понравилось. Не забудьте лайкнуть видео. Спасибо, что оставались на моем канале. Не забывайте также нажать на колокольчик под видео, для того, чтобы получать оповещения о новых видео, вышедших на моем канале. Всем ровных петель. Пока-пока!